Самое важное сейчас – это понять ценность времени, которое у нас есть, и перестать жить черновиками, перестать жить с чувством, что, ну, я пока это попробую, потом это попробую, потом то попробую, потом, может, вот этим займусь, и понять, что это же не жизнь. Это подготовка к какой-то жизни. В Советском Союзе люди готовились жить на пенсии. Все говорили, вот до пенсии доживу, и там начнется жизнь. Заслуженный отдых это называлось, пенсия. Вот. А мы как будто переняли эту. Советский Союз перенял у христианства, потому что там закончил земной путь, и у тебя... Начинается Царствие Небесное, и отдыхаешь там. Вот. Теперь сдвинули к пенсии в Советском Союзе. А мы сейчас находимся в этой такой реальности, что вот, может быть, что-то как-то сладится, случится, произойдет, повезет, получится, начнет переть, и вот по тогда заживу. А это же все обманки. И нынешний... Не знаю, даже мне кризисом назвать его неловко, вот, потому что это и катастрофы странно называть. Это трансформация, фундаментальная трансформация, которая с нами происходит. Вот, она лишний раз говорит. Если вы потратите время еще на один черновик, чистовика не будет никогда.